Ну и дополнительного масла в огонь, безусловно, в огонь выборов подлил сайт WikiLeaks. Он опубликовал очередную порцию писем главы избирательного штаба Клинтон Джона Подесты. Это уже 34-я часть. Первую часть переписки опубликовали 8 октября. Сейчас стали доступны почти 60 тысяч писем. По факту использования Клинтон на посту госсекретаря личного ящика для служебной переписки ФБР возбуждало расследование. Но его официально закрыли 6 ноября. Публикация писем Подесты и дело против Клинтон, конечно, отразились на ее предвыборной кампании. Предварительных результатов голосования она теряет в рейтингах, согласно соцопросам.